Голосование членами конкурсной комиссии отобрано следующие кандидатуры для представления в Саратовскую городскую думу для избрания на должность главы муниципального образования город Саратов. Это Вьетенко Владимир Анатольевич, Исаев Михаил Александрович и Мартов Алексей Георгиевич. Всем вас и поздравляю. Остальным спасибо за участие в конкурсе. Все вы были аргументированы. Выступления ваши были заслушаны, задавалось ряд вопросов, но потом комиссия по результатам голосования определила победителя. Хочу сказать, что на этот раз конкурс у нас был конкурентный. За последнее время Саратовскую городскую думу, как мне вот коллеги подсказывают, такого количества конкурсантов не поступало документов от такого количества конкурсантов, да, от кандидатов. Поэтому всем спасибо за участие. Результаты я огласил. Вопросы есть какие у кого? Вопросов нет. И, уважаемые коллеги, прошу вас проголосовать за закрытие третьего заседания конкурсной комиссии. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Я прошу членов комиссии, мы сейчас, чтобы потом время сэкономить ваше, мы сейчас сразу подпишем результаты, их сейчас напечатываем. Итоговые протоколы подпишите здесь. Все, вопросы есть у кого? Вопросов нет. Заседание комиссии объявляется закрытым.